Кафе, использующее для оплаты лишь безналичные расчеты криптовалюту, начало работу в Сингапуре. Заведение получило название «Дукатус» и стало первым криптообщепитом в стране. Расположилось кафе на одной из центральных улиц города, неподалеку от Центрального банка Сингапура. В заведении не только можно расплатиться биткоинами или с помощью безналичного расчета. Оплатить услуги можно и цифровой валютой «Дукатус». Генеральный директор компании-основателя кафе «Дукатус Глобал» Ронни Том сказал: «Благодаря созданию криптокафе мы хотим на практике проверить, насколько удобны цифровые деньги в повседневном использовании».